Армяне заметушились. Баку требует от нас признать Карабах частью Азербайджана. Произойдет ли новая война? Армяне не хотят признавать территориальную целостность Азербайджана. Азербайджан добавил новые предварительные условия к требованиям демаркации и делимитации. Армения должна признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом, как сообщают новости Армении, на своей странице в Facebook написала бывший депутат Наира Заграбян. Алиев приятно удивлен выборами в Армении и призывает Россию не осквернять идиллию армянского народа. Пока правительство и оппозиция делят должности, из Баку попахивает новыми приграничными столкновениями и эскалацией. Ильхам Гейдарович упорно не понимает, почему министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу говорит о поставках нового оружия в Армению, в то время, как он выразился в своем последнем интервью, произошло нечто беспрецедентное в истории, когда главой государства был избран лидер, приведший ее к поражению и капитуляции. И теперь Алиев вообще не понимает, почему Россия хочет вооружить страну, политическое руководство и чрезвычайно гордый народ которой не имеют претензий по поводу последствий войны. И сейчас, пока тема дискурса правительства и оппозиции является приданое депутатов и цена кедов, Азербайджан добавил новые предварительные условия к требованиям демаркации и делимитации. Армения должна признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. И это еще не все. Алиев постоянно упоминает Зангезурский коридор, при этом требуя не только полного вывода армянских войск из Арцаха, но и исключения поставок российского оружия в Армению. Таким образом, Алиев угрожает Армении и в то же время шантажирует Москву, чтобы она не вооружала Армению. Мы находимся на пороге новой войны, или по крайней мере на грани серьезной эскалации на границе, отметила Заграбян.